Привет, Механайз здесь. Давно не было Supreme Commander, поэтому нужно разбавлять контент. FFA Cast. Игра, которая специально отобрана для каста FFA. Смотрим ее впервые, поэтому комментарии будут в реальном времени. Я не знаю, чем она закончится. Ну, естественно, единственная популярная карта все-таки в этой игре. Бирюзовый мейн, Кибран мейн, Кибраны, Darkness of the... Мы видим, кто во что идет. Арбузный Ми, Цидехер, Эонли, Ред Панда. Ну, то есть мы видим два Кибрана у нас внизу справа, ОФЗ слева, два ОФЗ. И два Эона, обратите внимание, два Кибрана, два ОФЗ и два Эона. Ну, что получится? Две наземные фабрики, одна наземная фабрика, три наземные фабрики, и эоны. Ну что, похоже играют они? Здесь две, здесь три. Так, это FFA или 2 на 2 на 2? Потому что игра намекает на 2 на 2 на 2. Здесь одна команда, вторая команда и третья команда. Ну и эоны играют более экономно, на мой взгляд. Только одна наземная фабрика, если здесь по две, здесь две исследовательские станции наблюдаем, генераторы. Даже через одну, нет, вторую делает, делает вторую наземную фабрику. Три, ну аж три-то, боишься Раша? Самый хитрый это бирюзовый, вот на мой взгляд. Самый хитрый, самый грамотный в данный момент. Потому что две лаборатории у него. Две наземные и две лаборатории. Черт подери, это же FFA, это же FFA. Нужно немножко идти в развитие, течиться языком Дова, говорить. Белый погулял, ага, посмотрел, нет, идти не надо, все, меня ждут, ага, фиолетовый, перпл, тоже разведочка идет сюда, стрелял, разведка боем, и бирюзовый больше ничего не идет, почему-то импонирует мне в данном случае здесь больше бирюзовый, агрит на себя всех цедехер и зеленого агрик и белого посмотрел, а белого он, наверное, просто показал, что не надо на меня ходить, белый, я тут большой и страшный. Зеленый терпит урон, вообще армию не делает и получает урон от этих фистушей. Ага, брекманы. Бирюзовый понимает, что тут собирается кучка в мою сторону, надо делать брекманов. Разведочка идет к красному, радар оранж, арбузный оранж, фиолетовый захватывает точки, бирюзовый наконец-то поехал на точки, наконец-то поехал. Ну, пока спокойно простой. Здесь какая-то конфронтация между зеленым и фиолетовым. Набрасывает на лаборатории. Зеленый наконец-то идет в развитие. А здесь уже кумулятивный эффект они имеют лаборатории. Накопилось какое-то количество ресурсов. Разрушитель работает. Арбузный с красным. И попадание. Ну, здесь оранжевый будет иметь преимущество, потому что вот эти вот разрушители, они против одних медленных танков на отступлении будет кайтить. Оранжевый замикрит эту красную армию. Красная армия. Наверху у нас все спокойно теперь. Вот это сверху, если не приближать, эта игра выглядит как...
визуальная новелла. Вот ты смотришь, вроде бы вот значки, а в то же время и стратегия, причем очень хорошая стратегия. Как визуальная новелла, визуальная РПГ. Встреча, щиты, подставляешься по КЦ, это может для тебя плохо кончиться. Не хочет совать вперед эту армию, будет прятаться теперь под щитами. Ну пока все спокойно, ребята посмотрели друг на друга, пощупали друг друга за разные места, и скоро будет развязка. Красный терпит урон, возможно, нет, отступает. Турелька белый идет к фиолетовому. Оранжевый поддавливает красного. Ну, теперь к бирюзовому добавляется в моем списке приоритета фаворитов зеленый. Потому что сидит спокойно, его никто не трогает, он никому не идет, строит лаборатории, но только поздновато. У бирюзового кумулятивный эффект уже есть, накопилось. Почему ты бирюзовый еще не хочешь добавить лабораторию? И красный неожиданно идет к бирюзовому. Какой в этом смысл? Тебе разносят базу, ты отказываешься от борьбы и неожиданно нападаешь на бирюзового. Турельку добавляет под щитом, реагирует мгновенно. Мейн, кибран, мейн. Щиты терпят какое-то время, турель терпит. Брекваны здесь также есть, щиты. Теряет базу красный. Единственный вариант вот этой все-таки армии уйти вот сюда, за этот холм, и здесь попытаться обосноваться. Единственный вариант. Пытается продавливать, пытается. Турель целая, БКЦ выходит вперед, но тут опасно, опасно, можно потерпеть. Что у нас происходит наверху? Все спокойно, видим, набрасывается экспериментальная платформа, преследует, но нет, теряет всю армию красной, безрассудно теряет армию красной. Можно было просто вот в этой ситуации, если боишься, просто уйти и вот куда-то вот сюда, попытаться спрятаться за бирюзового, что ли, вниз. Ты умираешь, здесь все смерть. Заберешь кучку зданий здесь, да, верно? Даркнесс терпит поражение, понятно. И господин Арбузный теперь идет дальше по ходу против часовой стрелки, будет всех здесь собирать урожай. Ну что, как ты встретишь бирюзовую эту всю надвигающуюся армию? Без точек, да никак. Зеленый, фиолетовый и белый. Белый набрасывает экспериментальную платформу, но если сейчас оранжевый пойдет дальше, ты ее достроить не успеешь. Обмениваются какими-то ракетными ударами здесь белый с фиолетовым. Турель под зданием. А здесь, кстати, посмотрите, Брэкман-то тоже есть. И, возможно, даже еще и бирюзовый отобьется, хоть ему это будет трудно сделать. Здесь подавляющая армия захватывает уже вражескую территорию. Да, нет, бирюзовый. То же самое, бирюзовому нужно спасаться. Спасаться здесь как-то бегством. Вообще ФФА в этой игре. Ух, я не знаю, хоть выбирать ИОН и вкачивать себе командующего в его безумный телепорт. Как это делает обычно арбузный в таких ситуациях, уходит куда-то в сторону, строит исследовательские станции, лаборатории и закачивает себе командующего. Бьется насмерть бирюзовый, бьется, отбивается турелька, здесь брекваны. Ну ты можешь ближе подходить, ближе, конечно. Вот они, заряды, и они мимо бьют. Они бьют мимо, вычинивает. Размикривает все это арбузно, уклоняется, доджит от выстрелов снарядов. Есть попадание, еще есть. Краешком зацепил. Ну, собственно, бирюзовый уходит. Белый спешит на помощь. Уходит. Нужно уходить. Ну что, две респы, две позиции сейчас у арбузного. Он, кстати, на ОФЗ, на несвойственной ему расе. Я привык арбузного видеть на эонах, на планетянах.
Но тем не менее, ничего абсолютно не происходит. Простой у зеленого абсолютно ничего он не делает. Только 3 лаборатории. Сколько прошло уже? 10 минут. Можно было еще несколько лабораторий добавить. Ну ты накопил армию. Тут же идет белый на разведку. А это смерть. Да? Нет, 30 хитпоинтов. Видимо, закач немножко в ВКЦ. Мегалит. Первый мегалит заказан у белого. Все-таки отдаешь? Отдаешь. Решил не драться, бирюзовый, дальше. Решил не драться, отдаешь. Хотя мог просто уйти в сторону. Или ты просто не увидел приближение этой белой армии? Ну, может, на отступлении сейчас почему-то стрелять как-то вперед. Да, мой фаворит бирюзовый наш покидает. Нас покидает бирюзовый. Белый гадит не только бирюзовому, но он еще и наверх идет гадит. Посмотрите, первый мегалит у него вышел. А, посмотрите, спрятался, как он обошел, спрятался, сыграл на невнимательности. Бирюзовый сыграл на невнимательности, просто отвернул в сторону и ушел. Ага, белый растерялся, что делать, куда идти. Ну и пошел по предполагаемому пути бирюзового, посмотрите. Пошел по предполагаемому пути, а он уже вернулся назад. Ох, тут зеленый начинает работать по оранжевому. Прошелся по базе, только точка. Радары, наземная фабрика. Ага, прошелся, посмотрел, нету, пошел обратно. Ну и теперь это может сыграть с тобой злую шутку. Здесь мегалит уже работает. Фабрику ты построил, мегалит. Мегалит. Здесь сейчас... А, турелька. Турель, щит, еще турель. Инженер. Вычиниваешь. Радар, сонар. Ага, видишь, турель работает одна. Белый пока этого не понимает, не замечает. Он занят здесь наверху. А нет, замечает. Ну и все. Нет, бирюзовый все-таки спасается. Ну, турель упадет здесь быстро, инженер падает, все это снова ломается. Хотя турель. Подрыв. Подрыв. Отдал ты всю свою армию. Ну и все, все. Здесь идет война бирюзового, зеленого с оранжевым. Здания стреляют, отбивается. Разъяренный белый такой ситуации направляет теперь уже мегалиты, 2 мегалита для того, чтобы уничтожить этого бирюзового, собрать его респу. Зеленый попытался, у него ничего не вышло, хотя бы в телепорт бы вышел, что ли, выцепил бы командующего, точку так и не взял. Зеленый действует непонятно. Белый идет добивать. Что, бирюзовый только бежать вот сюда, надо было сразу сюда бежать, сразу же. Оранжевый двигается пока, ну достреливает, все, достреливает, не спастись, бирюзовый, жаль, тут у нас невероятная погоня прячется, ну а что толку ты прячешься, ну конечно, что толку прятаться, конечно нет, бирюзовый, жаль, прости, прощай, я в тебя верил. 2 мегалита. Ну, посмотрите. Ну, что ж. Масс щитов. Зеленый стоит, копит армию, наверное, пойдет дальше. Бля, да почему ж ты не строишь больше лабораторий-то? Почему не берешь точку, зеленый? Ох, ладно. Ну, здесь видно вот уже 4 лаборатории. Что-то происходит. На паузе стоят войска. Хотя у тебя позиция, полноценная респа у тебя здесь есть. Полноценная респа. Ну, все, встретились. Встречаются у нас на фоне. Не на фоне. Вот теперь на фоне ядерного взрыва у нас встречаются 2 могучие армии.
Две могучие армии Галиты, щиты терпят, щитов очень много. Но на отступлении ты будешь держать. Ты будешь держать на отступлении, белый игрок. Тут полностью урон не проходит. Да, урон не проходит. Урон не проходит полностью. Получают урон только щиты. Третий. Маловато, надо мегалитов масс сделать большой. Большой. И переходить уже в цикады, в бомбометатели. Нужно переходить уже в это. Потому что толстяки, если у этого ФЗ пойдут толстяки, они будут запросто перестреливать мегалитов. Нужна цикада. Здесь у нас он фиолетовый накапливает мощь. Застраивается зданиями. Лаборатории у него есть. А у этого сколько лабораторий? Одна? Две? Ну ты получил исследование путем убийства Бирюзового все-таки. Мегалит один гуляет здесь, агрит или показывает свою огневую мощь, чтобы фиолетовый не пошел на него. Сам идет разбираться с арбузным. Белая армия. А кто-то у нас белый-то? Панда. Ред панда. И немедленно нападает. Посмотрите. Небольшая группа зеленых с телепортом нападает в тыл. 2-1 у нас получается. Неприятная ситуация сейчас у арбузного. Очень неприятная. Потому что он сейчас воюет с двумя. С подрыв. На подрыв идет. На подрыв, ну подрывай. Подорвал, посмотрите, подорвал. Сколько забрал, кучку. Но лучше использовать подрыв-то с прыжком, с перелетом предварительным. А здесь здание. Здание отбивается. И ты сюда летишь, в эту кучу. Если сейчас он не среагирует, отводит. Подрыв, подорвал немного. Отошел, пострелял, отошел. Небольшое у нас здесь кладбище войск мы наблюдаем теперь. Фу. Итак, сагрил ты напрасно, теперь фиолетовый идет на тебя, и оранжевый тоже пойдет на тебя. Сагрил ты двух игроков на себя, мой друг. Напрасно. Подрыв, но не долетел, поэтому погибаешь. На перелет. Ну что ж. Вот он, перелет в центр армии. Но она телепорт понимает, это фиолетовый игрок, и спасает свою армию. Ну а здесь ты виноват сам. Ну как виноват? Пытался, хотел как лучше. Вот так. Включает ускоренное передвижение, но это ничто, подрыв. Ополовинивает. Армию ополовинивает. Вот она, в чем фишка Кибрана. У каждой расы есть что-то свое. Подрыв с прыжком. А что есть у ОФЗ? У Эона просто телепорт, у Кибрана прыжок с подрывом безумный. Ух ты, как подставляешься! Это еще один прыжок, и Ред Панда нас покинет сегодня. Да он даже без прыжка нас покинет. Обидно, подставился. Ред Панда подставился. Все, увы. Полюбуемся красотами взрыва. Ну, вы, Ред Панда нас покинул. Осталось трое игроков, и здесь явный теперь фаворит у нас, это оранжевый игрок. У него две позиции, две респы захвачены, и пусть одна находится под постоянным нападением, ресурсов у него гораздо больше. Вот он один теперь имеет такое же количество ресурсов, как вот эти двое, я не побоюсь сказать. Я этого сказать не побоюсь. Фиолетовый. Генератор на передовой. В тылах воздушной фабрики. Зеленый. Масс танков, харвагов. Ну правильно, это же ООН. Если ты не хочешь идти ни в какие здания, ни в какие исследования, ни во что, то... Ох, тебе нужно просто идти в одни танки и выйти в телепорт. Все, и вкачать им здоровье максимум. И еще для них же исследование сделать, и он будет счастлив. Да, здесь тоже видны шаблоны воздушных фабрик.
Ну, легкий, простой. Легкий у нас здесь простой теперь. Зеленый идет в одну свою политику, масс наземных фабрик и масс однотипных войск. Больше ничего, ни в здание, ни во что. Разведочка. Или, просто копит. Почему уходит в сторону, я теперь уже понял. Чтобы радары не увидели вот эту армию самолетов, которая будет здесь копиться. Разведка. Ну, разведочка, урон теперь большой. Посмотрите, как это все ломается быстро. Генераторы сломаны. Здесь Брекманы подставляют. Ой, Брекман разрушители. Игрок на Кибрана пытается уехать, не уехать. И ушел. Нагадил и ушел. Радар. Нагадил и ушел. Ну, если теперь-то тебе смысл этой всей армии пойти сюда и здесь всех снести? Есть, нет? Два бомбардировщика у нас орлиных, два орлиных глаза отправляются посмотреть. Сбит. Второй не полетел, второй полетел к пурпурному. Пурпурный, фиолетовый. Экспериментальная платформа. О, что, нечем сбивать-то? Нечем сбивать. Ну что, показывай, показывай. Воздушные фабрики. Сражение у нас здесь внизу. Вновь небольшая диверсионная группа зеленого. Армию собрал. Начинаешь движение. Телепорт! Прямо сюда, в тыл. Прямо в тыл. Очень много здесь иона, очень много энзу. Арбузный может здесь получить урон. Пытается уехать, здания стреляют. Турели, здания стреляют. Зато у ОФЗ, вот вам особенно. Стреляющие здания. Слишком много здесь зеленых войск, слишком много. Прыжок, и прыжок, ты уходишь, уходишь. Вот сейчас в такой ФФА надо просто вычислить командующего противника. Третья позиция теперь у Арбузного. Половина, ровно половина карты, посмотрите. Ровно половина карты. У него теперь ресурсов больше, я уже точно скажу, чем у этих двух игроков вместе взятых. У него больше ресурсов. И теперь, зная уровень этого парня, уровень игры, он может запросто играть 1v2. Потому что ресурсы у него имеют... У него столько же ресурсов, как у этих двух парней. Поэтому еще чуть-чуть, и этот парень может играть запросто против двух остальных. Эх, господин Арбузный. Вот так вот мой скромный прогноз. Ну а что будет, то будет. Но пока шансы зеленого и фиолетового катастрофически уменьшаются. Катастрофически уменьшаются. Причем и у них обоих, даже если они договорятся о командной игре. Ну и все толстячки. Толстячки, джекхаммеры поставлены на этот холм, будут простреливать всю позицию. Ох. Скромно действует фиолетовый, ничего не делает. Так, это у нас колосс, там у нас галактический колосс создается. Накапливаются бомбардировщики, здесь накапливаются универсальные истребители. Собирает кучку здесь у нас. Жмутся танки друг к другу. И снова наземная фабрика. Зеленый идет в одно. Стежки ПРО. Тогда уж бы в Бадабум вышел бы. Биг Бадабум. Чтобы здоровья побольше было. 200. Не предел ведь 200, правда? Можно ведь еще здоровье добавить, правда ведь? Ох! Но мы видим галактического колосса, универсального гиганта, который движется на войну теперь. Ох-ох-ох. Что-то будет, замечает эти передвижения оранжевые, замечает, и вся армия идет. Но у тебя нет ПВО, а тут куча бомбардировщиков. Сейчас ты потеряешь все. У тебя ПВО-то отсутствует напрочь, напрочь. Лови.
Пытался задоджить, получаешь урон. Небольшая кучка. Ага. Вот оно, ПВО. Прилетело вовремя. Гигант работает и тут же нападает зеленый игрок. Посмотрите, неужели командная игра? Черт подери. Зеленый давит. Прыжок еще в кучу. Здесь только брекманы. Посмотрите, два фронта. Здесь они, колосс продавливает эту респу. Здесь гадит зеленый игрок. Ищут, Его командующего стоит в куче. Бомбардировщики работают. Стоит в сторонке. По-моему, командная игра все-таки. Здесь командная игра. Мы наблюдаем прыжок еще зеленого в эту сторону. Прыжок. Здесь же Хаммер. Так и не успеет он выстрелить. Же Хаммер вышел, но не успел. Ты очень много здесь потерял. Колосс живее всех живых. Работает. Джекамер начал работать, наверное, он вышел ускоренной разработкой. Колосс умирает, но здесь он под щитами, здесь щиты. Не может пробить щиты пока. Зеленый портируется с другой стороны, разваливает всю базу арбузным. Ну что ж, вдвоем они тебя все-таки обработали, вдвоем они тебя окучили. Чуть-чуть не хватило, вот чуть-чуть, как по мне. Прячешься. О, зеленый прыгнул. Колосс падает. Падает колосс. Же Хаммер здесь стоит. Оу, наверху. Обратите внимание, идет столкновение двух армий. Зеленый останавливает эту армию, потому что все действие происходит теперь здесь. Все действие. Два колосса. Два эона бьются у нас здесь сейчас. Джекхаммер работает, прыжок, и тут же исчезает эта армия. Отбивается арбузный, посмотрите, отбивается. Здесь очень много зеленого, очень много. И мне кажется, парой прыжков он может просто к кому-нибудь запрыгнуть и убить его командующего. Но вопрос в другом. Хватит ли у него энергии, чтобы всю эту армию телепортировать? Экспериментальная платформа. Большие потери понес оранжевый игрок. Арбузные огромные потери. Джекхаммеры. Но он выживает. Универсальный гигант уже выходит здесь. Здесь у нас Супрайзер создается. Колосс здесь. Какая огромная армия у нас здесь, мы видим. Огромная армия. Ох. Ну что же, один Джекхаммер. Как быть? Инженеры через Shift работают. Восстановление идет. Колосс идет сюда. Вновь небольшой простой у нас. Замечают бомбардировщики, вылетают. Нет, вылетают. На работу. Единственный колосс. Почему единственный? Ох, работает Джекхаммер. Здесь Джекхаммер работает. Ты здесь колосс получишь очень много. Наверху передвижение колосса, обстрел. Единственный колосс. Зачем ты идешь на слив? Защищает щитами здание. Джекхаммер нет. Колосс послан на слив. На паузе еще один колосс здесь. Видимо, посмотреть разведочка как-то. Оклемался, не оклевался. Или добить. Нет, все хорошо. Здесь у Арбузного. Здесь два еще Джекхаммера у нас готовятся выйти на поле боя. Два Джекхаммера. Так что, ох. Урон будет хороший. Но урон, против кого ты воюешь? Ты воюешь против двух эонов. Тем более, огромная армия у них уже есть. Это телепорт под твой Джекхаммер и все, мой друг. И все. Но стреляющие здания, щиты, возможно, что-то и помогут тебе.
32 минуты продолжается эта ФФАшка. Действительно, ФФА для каста, кстати, действительно. Здесь был этот эпик, когда двое игроков напало на одного. И потом еще друг с другом. Сюрпризы. Так тебя же, по-моему, сюрпризер и так радар это не видит. Ты можешь вообще не спасаться даже здесь, не скрываться. Ну, для полного эпика, для полного счастья не хватает только победы оранжевого. Если оранжевый здесь еще и побеждает, это будет эпик. Это будет действительно эпично. Какой медленный сюрпризер летит. Ну что, движение? Нет, движение не пришло. Здесь у нас тоже колосс. Разведочка. Арбузный летает и разведку-то делает. Смотрит. Сейчас еще встретится, сейчас встретится. Неужто встретится? Нет, 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 нет. Рядом пролетели. Не увидел, не увидел, не увидел. Угу. Сбили. Арбузный смотрит, летает, летает и смотрит. Разведку он проводит. Что, передумал лететь, да? Передумал. Думаешь, что тебя срисовали. Восстанавливает потери. Ресурсы у тебя все-таки еще есть. Здесь у нас джекхаммер выезжает вперед под щитами. Три джекхаммера, движение. Но пока все-таки, мне кажется, не надо соваться на эту армию. Ну, выстрел, попадание, попадание, джекхаммер идет колосс. Сейчас телепорт просто под эти джекхаммеры, вот этой кучки, и все, их нет. И джекхаммеров нет. Выстрел, хорошо, прямо, как уничтожает. Но вы на передовой, без прикрытия. Без прикрытия, залп еще. Вы вблизи-то еще не стреляете. Колосс здесь дальше идет. Выстрел по колоссу. Нет, сейчас будет. А может и не будет. Не будет. Здание-то стреляют. Еще два живы. Вблизи стрелять не могут джекхаммеры. Вот в чем загвоздка. Вблизи они стрелять не могут. Естественно, подходит он близко. Ну что, только уезжать. Почему этого не спасаешь? Эх! Нечем воевать, нечем. Эскадрилья бомбардировщиков у нас отправляется. Ну, эту все-таки армию она уберет. Продамаживает хорошо, хорошо продамаживает. Универсальный гигант. Без прикрытия, без ПВО остается зеленый. Ну хотя у него здесь есть харваги. Конечно, есть, ты можешь подвести. Что вот это за сияние? Вот за сияние вокруг радаров. Неужели таким образом он просматривает всю карту? Отступает зеленый. Сюрпризер летит. Я так понимаю, он вычислил. Вычислил, где командующий, где командующий. Встретят тебя здесь ПВОшки. Встретят. Вот он командующий. Летит он только за командующим. Нет, экспериментальная платформа будешь ломать. ПВО, где ПВО? А неплохой урон, посмотрите, урончик-то неплохой у него. Истребители осы. Сюрпризер теперь далеко уже не сюрприз. Вторую сломал. Приличный урон, ребята, у него приличный урон, 45 тысяч. Прячется БКЦ. 36 минут уже идет это противостояние. Все, падаешь. Падаешь, все, разваливаешься. И вновь простой, вновь простой. Бьют они вдвоем, они бьют арбузного. Но, видимо, понимают, что нет смысла им драться друг с другом. Нет никакого смысла. Нужно убивать наиболее опытного матерого игрока. Так, ага, ага, что это у нас тут? Что это за диверсионная группа у нас здесь? Скромно здесь сидит только зеленый.
Воздушная платформа. Ну, ужасы. Сейчас будут ужасы. АС-1000. АС-1000. Ну что ж, итог, финал все равно какой-то будет. Финал будет. Гиганты, гигант универсальные. Еще один сюрпрайзер летит в тыл, но тебя теперь здесь срисуют все-таки. И снова движение какое-то здесь мы видим. Только одного ты строил экспериментальную платформу, только ради одного этого гиганта, только ради одного. Да не стоит того. Летает здесь Сюрпрайзер один. Прыжок Джекхаммер уничтожен здесь. Еще Джекхаммер. Три уже их здесь. Ну, кто там? Ничего не видно. Странно. Кто там? Ну ладно. Все равно увидим в итоге. Сюрпрайзер влетает. Хотя бы двоих бы, парочку бы сделать их сюрпрайзеров. Парочку бы. Да. Толстяк. Нет, ужасы. Там ужасы. Да. Сюрпрайзер не видит радары. Не видит. Еще попытка зеленого игрока у нас нападать. Но здесь же камеры встречают. И посмотрите. Уже все. Не подобраться. Все, облетел. И пошел работать здесь. Нет, ты никого здесь зеленый уже не убьешь. Тебя здесь слишком мало. Партизанская война такая. Кусают они арбузного. По очереди вдвоем. Шахта ПРО. Ну, скромненько, так боязливо. Одного отправят, другого отправят. Не хотите, что ли, убивать друг друга? Я понять не могу. Убивать вы друг друга не хотите. Стоите, простой. Простой. Движение. Подгаживает сюрпрайзерами. Хотя бы сделал бы парочку штук. Спиток бы сделал бы, полетел бы. Эффекта было бы побольше. Джекхаммеры обстреливают. Ну все, договорились, да? Прыжок. А вот это походит сейчас на конец игры оранжевого. Очень сильно походит. Ну так еще прыжок делай, еще прыжок. Ты же подставляешься здесь. Ты всю армию здесь теряешь. Забираешь здесь армию идет, конечно, тут уже не слишком много. Как и ПВО, так и наземных войск слишком много. Это выглядит на конец арбузного. Работает, конечно, здесь Джекхаммер, но 4 колосса тебе сконтрить уже будет нечем. Хотя у тебя 3, 4 GK, 5 здесь Джекхаммера пока есть. Ну все, разворачивай. Выстрел. А так что посмотрите, может еще и это. Но останавливаться-то нельзя, надо идти. Останавливаться нельзя, прыжок, конечно же. Минус. Просто проходить, стоять не надо. Проходить, наносить урон. Здесь самолеты делают вид, что много. Бьется против двоих. Стоять нельзя, надо проходить. Ну, в движении. У них же урон в движении, черт подери. Стоять-то нельзя. Ну вот, падаешь. Может, еще и увернулся бы, если бы двигался. Отвлекает внимание, чтоб, наверное, зеленый не пошел. Отвлекает внимание, прячешься. Где? Вот он, арбуз. Даже не пытается уйти никуда, не пытается.
А потому что же камеры снесут, даже не нужно пытаться. Ну, за же камерами вы идете. Конечно, конечно. Колоссы сломаны. Сломаны колоссы. Нашли арбузного, пытаются его уничтожить, но здесь истребителей слишком много. Еще обстрел, половина здоровья, собьют или нет, собьют или нет. Еще удар. Нет, мне кажется, собьют, о, слишком, ну хотя этих много, этих тоже много. Не, да, это конец арбузного. Мы здесь наблюдаем конец арбузного, да-да-да-да-да. Так, 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 смотрите, смотрите-ка, супрайзерами-то он же залетел и сломал зеленого, посмотрите. А здесь убивает арбузного. И вот они, супрайзеры, арбузный живет. Все-таки он сделал и сломал зеленого, пока мы наблюдали здесь, супрайзеры залетели и уничтожили зеленого. Все, конец, конец. Улетает шлюпка. Спасательная. Но сбивает, сбивает весь воздух. Воздух весь сбит у фиолетового. Сейчас будет, по крайней мере. Но капсула спасена. Рубка БКЦ. Куча джек-камеров. Пытается нагадить напоследок как можно больше супрайзерами. Армия вся пришла в движение. Поиск. Отстраивает себе заново командующего. Все бы хорошо, но чем ты будешь контрить вот эту армию? Обстрел, видимо, снова подсветил. Джекамеры работают хорошо. Хорошо работают, даже не пытаются телепортироваться. Ужас здесь. ПВО отсутствует. Прыжок к этим джекамерам. Больно, слишком много, слишком много. Летит, летит. Антивоздух летит. Ужасы здесь работают. Но здесь ос много, здесь много ос, конечно. Лишь бы ужасы сохранить. А посмотрите, 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 отбивается. Арбузный отбивается, БКЦ отстроил. Остались только эти четыре колосса, но я думаю, он справится. Тем более здесь два ужаса, три ужаса. И создаются еще два же камера. БКЦ улетает, 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 конечно. Было опасно улетать, да еще супрайзеры. А армия-то иссякла у фиолетового. Армии-то нет. Все, что есть, это вот эти колоссы. Небольшая армия. Ну ты сломаешь здание. А вот тут опасно, а вот тут опасно. Зря ты показываешь, зря ты уходишь к своим зданиям, как мне кажется, зря. Ты сейчас покажешь этому колоссу свои фабрики. Нужно было улетать обратно, улетать сюда, не показывать ему свои фабрики. Конечно, ужасы собьют, уничтожат этого колосса, уничтожат следующего. Но здание ты напрасно показал свои производящие. Нужно было отпрыгивать, наверное, вот сюда же. Проходит колосс, забирает все производящие здания. Очень обидно, забирает. Армия-то где? Армии нету. Ну, собирается несколько воздушных самолетов. Колосс все-таки толстый. Посмотрите, как он тут долго живет под тремя ужасами. Четыре теперь ужаса будут по нему работать. 100 тысяч здоровья. 100 тысяч. Супрайзер здесь завис. БКЦ, что это? Что это? Ты подошел пострелять еще по нему так в наглую. Сломан. Отбивается арбузный. Остается один на один. Наконец-то мы дошли до этого. Один на один. Пара супрайзеров тут у нас висит.
Ну и что, в каком-то смысле у Арбузного есть все, армия-то уходит и полетят. Сейчас сюрпрайзеры полетят искать Арбузного, так что ты можешь сейчас просто их не заметить, вот неожиданно подкрадется. Ужасы пошли добивать армию, фармить себе очки войны, их прикрывают осы. Вот здесь опасно, вот здесь опасно. Вылетела эскадрилья. А здесь здание стреляет, здесь здание еще за себя-то постоят, кстати. Не сбивать. Сейчас один вот этот пролет, и очень много-то уже потеряешь. Ищет. Отправляет бомбардировщиков смотреть. Вот они, ужасы. Искать, искать. Все, раз, пролет. Ну, как я и сказал, один пролет, и сюрпрайзер будет сбит. Четыре ужаса у тебя есть, но надо убрать вот этот вот воздух. Ядерная пусковая шахта. Пока ничего не создается. Масс производства идет. Ох-ох-ох. Чем это закончится? Чем это закончится у нас сегодня? Ситуация тяжелая все-таки у оранжевого игрока. Тяжелая, но не критическая. Не смертельная. Непростая. Но не смертельно. Еще один сюрпрайзер по тому же маршруту идет. Генератор. Да, генераторы у тебя кончились. Нет, лаборатории накидывает. Накидывает лаборатории. Начинает забирать постепенно ресурсы. Забирать респы. Позиции. А сейчас ты можешь потерять свои ужасы здесь. Можешь потерять ужасы свои. Без прикрытия остаются... Столкнулись армии, столкнулись. Ну что, самый лучший воздух у ОФЗ? 1700. Нету, ОС поменьше здоровья. Улетают, ужасы летят. Искать, 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 искать. Командующий, он стоит здесь под щитами. Нет, его не так просто будет здесь добраться. Сюрпрайзер полетает здесь. Теряешь ты свои ужасы, но ты гадишь. Ты их теряешь, но гадишь. Зато забрал воздух вновь. Два сюрпрайзера с двух сторон сейчас будут залетать. Ужасы копятся. Восстанавливает свои потерянные здания войска Арбузный. Заберет сейчас он и воздух. Я думаю, его здесь больше, подавляющее большинство. Сюрпрайзер здесь. Гадит, с этой стороны повис. Вот они, здания, лаборатории. Забрал, воздух забрал Арбузный. Вновь воздух он забирает. Как снаряды отлетают от щитов, я так понимаю. Да, три сюрпрайзера здесь. Один здесь. Что, возвращаться нужно? Возвращаться. Осами нужно возвращаться. Гадит, 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 гадит. Гиганты здесь идут. А от гигантов-то тебе контрить будет. Ну как, нечем, у тебя есть ужасы. У тебя есть ужасы, и они выходят, выходят и выходят. Разделил армию. Половина осталась здесь, чтобы сбивать выходящие одиночные подразделения, а половина пошла сбивать сюрпрайзеры. Все, пролет и все, минус. Джекхаммер здесь, один есть. Работает по ним, ужасы работают по ним, но два колосса все-таки дойдут. Масс здесь ПВО идет. Масс инженеров, чтобы вычинивать. Ядерная ракета, которую контрить тебе нечем. Контрить ее тебе нечем. Ой-ой-ой-ой-ой. Выстрел. Будет сбит этот сюрпрайзер. Не удался сюрприз. Не так уж и много, кстати, потерял. Посмотрите, ядерный взрыв не так уж и много забрал. Видишь сюрпрайзера. Все, один пролет, одна смерть. Ужасы здесь. Армия огромная здесь. Кто у нас? Цедехер. Это у нас Цедехер. Целый час. Падает колосс здесь, сюрпрайзеры здесь. Все, пали. Колоссы пали. Три ужаса. Чем это закончится? Чем?
Три сюрпрайзера. Здесь масса у тебя стоит, ПВО масса, поэтому этого цедекера командующего не выйдет сломать. Но тылы он заберет. Но здесь вот они, сюрпрайзеры, вновь разваливают. Вновь отступать. Вновь. Вновь обидно отступать. Преследует ужасов. Минус один, отступает. Сбит. Выфокушивает. Нет, не вышло. Все. Отбивается вновь. Тяжелая ситуация, на самом деле, тяжелая. Чуть-чуть арбузный не успел. Вновь сюрпрайзеры, одни сюрпрайзеры. И армия быстро уменьшается, быстро. Ну хотя ресурсы-то у тебя, мне кажется, все в порядке должно быть. Шахта ПРО у нас уже есть. Антивоздух, генераторы, точки сейчас будут добавлены, да? Сюрпрайзеры с этой стороны. Идет один колосс. Ужасы его развалят. Ага, все, 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 армия разделяется. Сюрпрайзеры здесь будут сбиты, зря показал. Нашел, нашел всех. Так, ну что, как тут быть? Как тут быть? Надо, мне кажется, что делать? Масс наземных войск Энзу играть в телепорт снова. Правильно, нет? Нужно играть телепорт. Здесь слишком много ПВО. Слишком много ОС. Где командующий? Вот он. Здесь слишком много ПВО. Ты здесь напрасно отдаешься. Абсолютно напрасно. Сейчас. Ага, щиты у нас идут здесь у этой шахты ПРО. У нас идут щиты. Неужели чаша весов постепенно склоняется в пользу арбузного? Пользу, вот на опыте, на скилле, на опыте он вывозит, на опыте. Еще одна. Масс инженеров. Зачем? Зачем? Для чего это масс инженеров? Сюрпрайзер в тылу. На паузе, видимо, ресурсов-то не хватает, стоят на паузе. Или они у него так и стояли? Постепенно забирает себе ресурсы. Постепенно отправляется уже сам убивать. Сам. Шесть ужасов у него здесь есть. Летит разбивать тылы, пока здесь истребители воюют. Ужасы идут разбивать здания тыловые. И это у него отлично теперь получается. Останавливается фабрика по производству войска. Останавливается. Это огромная фабрика. Телепорт из щитов. Сюрпрайзеры работать начинают? Нет. А надо бы, следовало бы. Воздух он забрал. Еще ужас пролетает. Ну, напрасно ты сейчас прилетишь над этой. Рискуешь быть сбитым. Забрал тылы. Забрал экспериментальную платформу. Черт подери, арбузный побеждает. Черт подери. Хе-хе-хе. Спустя час... Арбузный. Ну, здесь нет, живой. Живой, под щитами. Столько щитов здесь, еще и ПВО работают. Нет, нет шансов у этого сюрпрайзера. Здесь ты спрятан. Две ракеты. Ну, у тебя две платформы, если есть в них ракеты. Да, конечно, сбито. А здесь? И здесь сбито. Все, защищен. Все. Ну, фиолетовый. Немножко не туда ты пошел в сюрпрайзер и не пошел... Не туда, не в ту степь, как мне кажется, нужно было делать все-таки масс наземных войск с телепортом. Играть в лучшее, что есть у Эона, в телепорт своих войск, лучшее. А сейчас, черт подери, у тебя нет шансов. Столько здесь ужасов, все, 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 все. Арбузный не отпустит, теперь арбузный не отпустит это. Цедекер терпит поражение, арбузы побеждают. Черт возьми, вот это эпик. Это был эпик. Все, что нужно для счастья, для настоящего эпика, это неимоверное превозмогание, что здесь и было. Что здесь и было. Ребята, арбузный, принимай поздравления, шикарная игра. Шикарная игра. Выстоял, выдержал и убил, и еще и победил, господи.
Как ты выживал здесь? Я просто не знаю, как ты здесь выживал? Ну? Да, я на тебя посмотрю, арбузный. Все, вот он ты. Вот он ты, герой нашего дня. Отличная игра, ребята. Отличная игра. Все, на этом с Supreme Commander на сегодня все. Мы и дальше продолжим делать касты по Supreme Commander. А на сегодня я прощаюсь с вами. Оставайтесь со мной, пишите комментарии. С вами был Механайз.